12 июня 90 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете России. С 92 года этот день стал выходным, с 94 года получил статус государственного праздника, а с 2002 года носит свое нынешнее официальное название «День России». И всегда в нашей стране он отмечается народными гуляниями, спортивными соревнованиями, концертами, как сегодня в городском парке. Выходной день, теплая солнечная погода, хорошее настроение, друзья и родные рядом. Что еще нужно, чтобы отметить праздник? Только правильные слова, проникающие в душу и вызывающие неподдельную гордость за свою страну. Родина у человека одна, и наша родина – это Россия. Давайте беречь ее вместе, вместе трудиться, защищать, для того, чтобы наши будущие поколения жили и дальше в этой стране. С праздником всех! С Днем России! Я хочу, чтобы в каждом доме были улыбки, тепло, свет родного очага. И самое главное, чтобы везде, при всех обстоятельствах, мы гордо говорили: мы россияне! С праздником! Земли русской святые — это и Александр Невский, и Дмитрий Донской, и преподобный Сергий Радонежский, и Фёдор Ушаков, и многие другие, которые много сделали для процветания нашей страны. Россия – это уникальная страна, где живут множество национальностей, людей, которые исповедуют разные религиозные воззрения. Россия этим и богата, что мы разные, но мы едины. С праздником каждого, кто считает себя частью нашей великой России! Многие жители вносили и вносят своим трудом вклад в развитие всей большой России и своей малой родины. Знак за заслуги перед Щелковским районом вручили Рафуддину Балашову, уроженцу Щелковской земли, много лет отработавшему в органах местного самоуправления. Еще одна хорошая традиция Дня России – вручать паспорта юным гражданам страны. 14-летние щелковцы получили свои первые взрослые документы из рук главы района Алексея Валова. Я очень горд, получить в этот такой знаменательный день для всех граждан России, получить такой свой главный документ. Так что все в общем отлично. Я готовился к этому дню и планировал действительно, вместе все ждали. Чувство уверенности в нашей стране, чувство уверенности в наших людях. Светлые улыбки, ясные взгляды. Мы же вместе. Великая страна, многонациональная, многоконфессиональная. Но вместе. Такое это уникально практически. В мире нет такого. И мы должны эти традиции, уникальности своей, дальше исповедовать для всех наших подрастающих поколений. Культурно-развлекательная программа в парке порадовала жителей абсолютно всех возрастов. Вместе с известным певцом и телеведущим Евгением Кунгуровым жители пели любимые многими поколениями песни. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. От песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Праздник продолжила программа для молодежи, танцевальный флешмоб в поддержку спорта и здоровой нации. Мероприятия, посвященные Дню России, прошли во всех поселениях Щелковского района. В общей сложности в них приняли участие порядка 5000 человек. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».